Я рассмотрел. Ну, опять же, двигаясь полностью. Перестраивайся в правый ряд. У нас маршрут уходит направо, на Владивосток. Включай по вам нужны. Спускаемся по развязке, поворотник указывает обязательно. Смелее, смелее, поехали. Здесь указываем поворотник, потому что есть заезд на левый прерывистый, видишь? Это перекресток. Поехали, смелее, смотри сразу налево, откуда машины будем пропускать, там никого нет. Разгоняй автомобиль. Сплошную проезжаем, включи поворотник и выключи. Мы двигаемся по этой полосе для разворота. То есть мы указали, что мы выехали на главную дорогу, а теперь мы показываем поворотник, что мы поехали направо. Смелее. Выезжаем в свою полосу, включаем поворотник, вырубим левее, включаем левый поворотник и пошли. Вот мы и развернулись, поняла? По развязке развернулись. Не надо на экзамене, если так скажут, теряться, куда ехать. Что, по развязке спустилась, перестроилась.